Обзор по паре австралийского доллара к американскому доллару, часовой график. Движение котировок данной валютной пары за прошедшие сутки было разнонаправленным, начав нисходящее движение в азиатскую сессию. В принципе, все снижение было компенсировано к окончанию торгов в американскую сессию. На текущий момент в азиатских торгах можно наблюдать, что котировки плавно двигаются в узком боковом диапазоне, в диапазоне цен. При всем при этом, взглянув на более масштабную картину, можно заметить боковое движение в рамках диапазона, ограниченного поддержкой E75-17 и сопротивлением 76-08. На 4-часовом графике можно также обратить внимание на то, что за последнее время начинает формироваться разворотная фигура голова и плечи или двойная или тройная вершина, в зависимости как смотреть на данный рынок. Это в первую очередь говорит о том, что предыдущий мощный тренд, начавшийся в конце прошлого года и продолжающийся практически весь действующий месяц, подходит к своему завершению, и, соответственно, заключение сделок на продажу с разворотом текущего тренда является вопросом перспективы ближайших 2-3 торговых сессий. Ввиду чего ожидаю, что сегодня последует нисходящее движение на данном рынке. Предварительно котировки могут достигнуть сопротивления у ценовой отметки 76.08, но в принципе это может не произойти, и дальнейшее снижение сформирует так называемую голову и плечи или двойную или тройную вершину, то есть разворотную фигуру в целом на часовом и на 4-часовом графике, что даст повод к дальнейшим заключениям сделок на продажу в среднесрочной перспективе.